Ну что ж, друзья, всем еще раз большой привет от нас вместе с Форсом. Мы смотрим с вами Frankfurt Major 2015, китайская квалификация, где играет ДК Скудерия против команды Newbie Young. Да, и DK решили на второй карте уже все-таки взять быка за рога. Пикают Дума и Винтер Виверну, два очень хороших героя. Поскольку позволили как бы сделать это Newbie Young. Ибо если не хочешь играть против Дума вместе с Виверной, стоит их только забанить на первой стадии, как все, их уже в пике не будет. А в пике, точнее, в ферстбанах оказались такие герои, как Герокоптер, Шейкер, Клокверк и Дарксир. Клокверк дослужил свое внимание в ферстбанах. Это ж надо было насолить так ребятам на прошлой карте. Он был, от него реально были проблемы, тут не поспоришь, но чтоб прям так. Безымянный Клокверк, ты помнишь? Погодь. Безымянный Клокверк был в пике у Newbie Young. Сами же Newbie Young его забанили. Кстати, почему тогда они его забанили? Вопрос тогда к ним. Тем более тогда. Не знаю, вопрос может еще быть. Поднимается больше. Может быть, просто китайская дота, она такая, что ребята там боятся Клокверков. Мне сложно судить на самом деле, потому что за китайскими командами я следил очень мало. Я познал слово политкорректность и теперь... Знаю слово не китайские команды, а команды из Китая. Да, это в корне меняет дело совершенно. Да, ну что ж, и уже в самом разгаре пики. Doom, Виверна, Инвокер, Джиггернаут, Таск, СФ, Undying, Leon. Вот оно как. И еще по бану ребята сделают, прежде чем примутся за ласт пики и, соответственно... займутся второй картой. Ну, очень хороший пик у DK. Мне нравится. И очень уверенный кэрри против Undying. Хороший саппорт, опять-таки, против Undying. Нужен, наверное, сейчас дополнительный саппорт Джиггернауту, чтобы трипла DK смогла с этим Undying стоять. И ну, там, наверное, еще Тускар будет. То есть это дабла у Newbie Young. Ну, предположительно. Поэтому, ну, из таких саппортов, которые хорошо бы зашли вместе с Винтер Виверной и Джиггернаутом, тут сложно кого-то выделить. Ну, Дазл бы отлично, мне кажется, зашел в этот пик, но Дазла... есть Doom, можно вообще сделать дабл лейн. Лич плюс Doom, как это очень любит делать Альянс, но обычно это... Обычно это делается на первой стадии драфта, хотя DK здесь просто вынуждены были забирать таких хороших героев, как Винтер Виверна, да? Вот, и решили все-таки, что Лича пока не будут они забирать. Ну, вообще Лич может быть. Действительно, этот персонаж будет достаточно полезным и против СФ, и против Тускара, и против Дума. Вот, но тогда у DK на топе линия Джиггернаут плюс Винтер Виверна, она будет немного проседать, если DK заберут Лича. Что же касается остальных саппортов, то в пуле есть такой хороший герой, как Дизраптор, например. Вряд ли его можно назвать хорошим героем конкретно против Undying или конкретно против такого пика, который есть у Newbie Young. Дизраптор просто хороший персонаж сам по себе. Какого-то дизейбла, мне кажется, не хватает под Инвокера. DK здесь. Хотя это наверняка все-таки Квасвекс, так что даже, наверное, не важно. В общем... Тяжеловато тут предугадать, какого саппорта все-таки DK заберут. Вот Огра Мага почему-то команды из Китая. Да, учитывая Джиггернаута в пике. Забывают почему-то Огра Мага, непонятно почему. Вот европейские коллективы постоянно этого Огра Мага используют. Вот, а вот китайцы почему-то им пренебрегают. Но забирают не менее хорошего персонажа Вичдоктора. У него в новом патче... его там бафнули на дэмэдж палки, кажется. Там баунсы у него теперь только с аганимом появляются, но дэмэдж палки увеличены. Что, в общем-то, хорошо. Потому что на ранних стадиях этой палкой было очень тяжело иногда дамажить. Особенно если у тебя нет 11 левела. Да. Ну и давай с тобой представим команды. Newbie Young. МРР играет на Леоне, СЦЦ играет на Сейсефе, Джей играет на Луне, Ли играет на Андаинге, и Таск есть Таск.
Да, у DK, соответственно, QD на Джиггернауте, OIC, YK на Инвокере, XXS на Думе, Бабока на Вичдокторе, и Винтер Виверна досталось Ронгу. Ронг, кстати, на предыдущей карте Спирит Брейкером как-то не очень хорошо сыграл. Я так мельком, смотрел за его игрой, и много у меня вопросов осталось, почему он поступал именно таким образом, каким он поступал. Но... Тут уже дело такое. Напали на инвокера, но дизейбла нету. Зато а, есть вот Леон. Подходит Леон. Да. Ну и каски, и Леона тут все-таки убивает первыми, а потом уже погибает инвокер. Разбас зарабатывает XXX, конкретно команда DK. Ну, в общем-то, можно сказать, что даже решило в какой-то степени то, что инвокер все-таки впоследствии вкачал квас, потому что, ну, у него там хп совсем не осталось, квас дает немного хп регена и, конечно же, силу. Вот, поэтому, если бы он квас не вкачал в последний момент, может быть, у него бы там... Может, ему бы не получилось выжить. Так, в принципе, сложно сказать, в чью пользу был все-таки размен произведен, несмотря на то, что First Blood сделали DK, да, но... Инвокера самого убили, и Баунти Руна ему не досталось, поэтому против Shadow Fiend'а, которому Баунти Руна как раз-таки досталось, и который... нет, она Сандайн убил Инвокера, и который получил сейчас дополнительную экспу за счет этой Баунти Руны, ему немножечко попроще с Инвокером стоять. Ну, Бабока, правда, приходит в мид и помогает. Да, вот Инвокеру помогает Вич Доктор, поэтому, в принципе-то, не особо там просядет YC, YK. Тут у нас, кстати, еще видим, как могут немножечко погонять Ронга. Шарды. Этого-то и ждали мы. Ну и там Arctic Burn конкретно позволяет ему через них перелететь. Но вот эта дабла из этих двух героев, она, ну, крайне сильная. И здесь, я думаю, мы увидим экшен в ближайшее время. Правда, им чуть-чуть надо экспы получить до некоторых других скиллов. Например, до появления Томбы. В идеале бы третий левел. Я думаю, что Лира скачается Томбу Саурип. В принципе, вот так он и вкачается по максимуму, чтобы импакта выдавать. Ну, Ньюби Янг смогут убивать на этой трипле только тогда, когда Ли настакает Дикей. Да, потому что одной томбы здесь уже не разберешься. Томбы убивают очень быстро, буквально там за три удара. Ну, буквально, а так и есть, да, за три удара. Три удара необходимо сделать по томбе, чтобы ее уничтожить. Это каждому герою по тычке. Плюс Джиггернаут может в Блейд Фури эту томбу атаковать и игнорировать таким образом какие-то дизейблы, которые в него летят. То есть это шарды Тускара или шар Тускара. То есть его не задизейблишь, там бы он очень быстро высечет. Вопрос в том, успеют ли забрать саппортов Ньюби Янг, прежде чем тамба будет уничтожена. А для этого нужно там дикеев постакать. Желательно, чтобы на саппорте было два дикея. Тогда его будет очень легко убить за проказ. Остается таск один. Нападает на него, плюс еще подключается Джиггернаут. Джиггернаут с ботинком имеет больше мулспида, поэтому и Блэд Фьюри позволит ему некоторое тут, да. Там тем временем, кстати, еще килл у нас делает параллельно, пока делает у нас здесь килл на таске. Еще и царается добраться от нейтралов и умирает об медведей, которые там были. В этот же момент еще стоит отметить, погибает СФ в миде. В общем-то 2-2 счет на карте. А и Дум также и так погиб в это же время, пока на топе у нас был. Небольшая стычка была. Да, странно так в итоге вышло. Дум со своей линии переместился ганга с Shadow Fiend'а, но у него вот этот вот камешек есть, который наносит достаточно много дэмэджа и маны не стоит. Вот его можно каждые там 30 секунд кидать, он наносит много очень урона. Под 125 магического. Вот, можно и крипов ласт хитить, и вот на ганге выходить. Станет он, правда, недолго, 0.6 всего лишь. Но все равно. Ну, стан как стан. Есть. Он дэмэджа много наносит для, да, первого, для таких и вот первых. И Блэйд Фьюри Томба зажат оказался QD, и там его просто уничтожает Ли вместе с Ласком. Все же я верил в эту даблу, и она себе показала. Молодцы, Ньюби Янг. СТЦ.
заехали по нему слегка. Ну вот, Дикей взяли двух хороших сап. Ой, касочки какие, посмотри, но все-таки они отлетают нормально. Да, и того, и другого они постопали, сноубол закатились, и сейчас накатится на бубок. Как самый легкий фраг здесь для него, в принципе, но вот таску не хватает. Чуточку вместе с андаймингом, чтобы сделать этот килл. Фласки уже бубок отпивается, но хотя бы таск спасается здесь. Дума там тоже заехали по нему, по думу. Три-три счет на карте. Ну, пока что все идет весьма неплохо для DK по сравнению с предыдущей картой. Опа, неплохие шарды, томба. Далее сноубол. Накатывается, все никак, они не успокоятся. А вот здесь-то как раз их и каски немножечко напугали. Но Cold Embrace, как видим, не спасает. Дикейми все продолжает накачиваться. Undying, и следующим целью может оказаться Джиггернаут, шарды, Блэйд Фьюри. И эти шарды тоже злую шутку сыграли с теми, кто их закинул. С Таском в данном случае. И не давали ему уйти от QD. И еще бы одним Дикеем попасть, но там вард захиливает QD. И ничего с этим поделать не может. Но весь экшен на топе с этой даблой. Про мид-то мы и вовсе забыли. Но как там дела у IC YK? 20 крипов у него в ответ мы видим у SF 29. Забирает тут руну на боте. На топ, кстати, пополнение. Ли может погибнуть, Ли погибает. МРР являлся тем самым дополнением, но и тут не сработало. Как-то не сыгрались. Таска не дождались. Поторопились. Ну а как дальше без шардов-то здесь на бабоку-то? МРР подставил, кстати говоря. Сейчас с ним разберется Джиггернаут. Какой же у нас здесь сейчас лютый экшен. Только все это уже превращается потихонечку в бесконтрольный фит. Немножечко. Да, потому что во всем этом выигрывает Джиггернаут в любом случае. Да, и мало того, что во всем этом выигрывает Джиггернаут, так еще, ну, Дума, в принципе, даблой очень тяжело очень тяжело останавливать, потому что у него уже и Транквил тапки есть, и земля третьего левела, он регенится очень быстро. Вот, и убить его там, ну, убить его очень тяжело, а прохарасить невозможно, в принципе. Вот, так что он там также фармит крайне много. Ну и Луну тоже фармит, надо понимать. В миде инвокер на этот раз проигрывает Шедуфинду. Тут у нас такое интересное противостояние получилось. То, что YCYK играл на Шедуфинде на предыдущей карте и проиграл инвокеру от SCC. И сейчас, собственно, ребята поменялись ролями, поменялись даже сторонами. То есть влезли в шкуры друг друга на предыдущей карте, и вот, собственно, не получается у YCYK выиграть вот зеркальный матчап. Такой вот. Борется до конца Doom, все-таки решил лету свою не давать. Там маленькие вот эти вот думы, они также могут камешки кидать, которые тоже наносят дэмэдж, но здесь этого дэмэджа уже не хватит совершенно ни для чего. Ну и, похоже, оставили Джиггернаута на какое-то время в покое на топе. Он сам, кстати говоря, передислоцировался на бот. Да, пришел, он до сих пор 5-й левел, что бы чуть-чуть не хватило, так бы, в принципе, он может быть еще и с Луном слэшем. Да, он там ее убил и вовремя подключение Тенвокера, но бимом все равно достает Луна, делая фраг и получает Думу на XXS. Уходит и, скорее всего, даже выживет. Да выживет, да. То есть не нанесет ему Doom столько дэмэджа, работает томба, летят кайлы от... YCYK погибнет, скорее всего, уже. Ну, в иксах бежит нормально, но... Нет, зомбики. Добивает томба. Луна подходит сюда с фласочкой, заюзала эту фласочку и... Вместе с Шедуфиндом и Андайнгом ломают ребята из Нью-Биянг. Стоит один вышка на боте. Сложно им что-то сейчас сделать. Еще и вот так вот внезапно Дума умирает от Луны. Как будто не ожидал, что такое возможное.
Камушки полетели в луну. Арктик Бёрн добавляет Винтер Виверна. И тут вступает CSF. 2 Кайла и фраг готов. Каски, Бобока пришел. Там же еще опять же эти домики, но в кулдауне сейчас находится. Ой-ой-ой, Дезвард. Если бы сыграл бы в ли этот Дезвард, и если бы ли чуть дальше находился, может быть. Но ставится уже окончательная томба. Вышки здесь уже нет. Помимо всего еще и пару фрагов отдали Дикей в подарок им. И нетворк CSF вместе с Луной становится еще выше, и айтемов у них становится еще больше сейчас. В плане мека уже у CSF почти наготове. И 1500 у Луны. Я думаю, что First Item БКБ здесь будет необходим. Ну, First Item БКБ это вряд ли Луна, конечно, купит. Ну, я имею в виду через буферные какие-то определенные айтемы. Ну, через Яшу, может быть, конечно, да. GIG все-таки БКБ приобретет, но... Потом либо Яша, либо Сенджинд Яша, либо Манта. Что-то такое нужно. Ну, первым артефактом GIG будет, скорее всего, Доминатор делать, как и на предыдущей карте, играя на Герокоптере, он будет стакать Эншентов. Может, действительно, БКБ купит именно первым слотом, потому что на Герокоптере GIG тоже у нас сначала купил Доминатор, потом на стакл БКБ купил себе БКБшку, да, а потом только Сенчин Дьяшу сделал. Чуть-чуть дофармить меку осталось. СЦЦ. Лес в данном случае занят Луной. Полностью выфармливает его. Сейчас GIG. Интересно, смог готовит Дикей. Посмотрим, насколько он будет результативный. Дум, конечно, имеется. Имеется и Дезварта Бубокин. Плюс еще Ронг также с Винтерскерсом и шестым левелом. Так что идут ребята вооруженные, прям до зубов. Встречают Луну, дается Винтерскерс, дается Дум, дается Дезвар. Три ультимейта было потрачено, и погибает Луна. Без шансов. Ультимейты тоже никак среагировать бы здесь не успели. Ну, предпринимает, конечно, какие-то попытки Дикей сейчас для того, чтобы как-то выровнять ситуацию, потому что только что на боте не очень серьезно закинули. Непонятно, почему Джиггернаут тогда, вот не имея шестого левела, решил передислоцироваться на бот, и что он там вообще хотел сделать. Какой-то странный очень мув. Возвращается у нас Джаггер все-таки на топ. Фармит там пока что. Юзается смоук Леоном и Луной, и вот будет ли это выход на Джиггернаута, сложно сказать, потому что, ну, его как-то просто не убьет. Ну, если только захексить, да, вот так, и через Эклипс с пальцем. Да, что-то я не обратил внимания, что у Леона уже есть седьмой левел, все-таки он в дабле с Луной стоял, много экспы имеет. Да, и там вроде пока это было видно, что Дикей уже перемещались сюда, и YCYK туда бежал, но... Оказались несколько раньше там Ньюби, сделали фраг Ньюби, и теперь еще на этой линии остаются и будут пушить Ньюби. За вышку заходит. И не только заходит, но еще и накатывается на Бобоку. Только что Тускар, делая фраг. Винтер Виверн оказывается next target, там уходит в леса Инвокер. Неплохо раскастованные ветра плюс EMP делают просто безобидным, как мы видим сейчас... Андаинга, Дезвард неплохо смотрится на фоне всего этого, плюс с касками. Видимо, МРР тоже покидает драку. Понимаешь, что он просто не может больше участвовать. Тац делает очередной фраг вместе с GIG, YCYK. Помогает Леон. Спайка не выглядит неплохо. С шарды. Хорошо, что не покинул драку до конца. И Таск. И это вайп. QD погибает. И много денег досталось, опять же, кор-герою Ньюби. До самого конца здесь оставался GIG. Как ни крути, драка у них лучше. И дрались Ньюби Янг лучше не то, что еще в рамках этой карты, но и на прошлой карте, и на позапрошлой карте. Как-то у них именно в этом их основная фишка. Ибо в драках они реально разруливают. Очень хорошие, слаженные командные действия и... Нет таких, как бы, знаешь, обычно трусов, которые все сбегают. Я тэп-аут, простите, пацаны, мы проиграли. Здесь очень хорошо, что не выключался ни Таск из игры, ни Леон, несмотря на какое-то такое сложное, тяжелое положение. И Undying, он покупает уже себе Мидас.
А, на андайнге фармить просто очень тяжело. Поэтому, если ты чувствуешь, что игра может получиться долгой, то Мидасик на таком персонаже, как Undying, он просто позволит тебе соответствовать нетворсу вражеских героев. То есть там хардлейнер или саппорт, в зависимости от того, кем здесь у нас Undying являлся. Undying, по идее, здесь должен был быть саппортом, потому что хардлейнером является, ну, игрок с вот этим вот странным ником, который невозможно прочитать, да, со смайликом и восклицательным знаком. Он на предыдущей карте играл Клокверком, это говорит, что он исполняет роль хардлейнера, но Нетворс в данной ситуации... Нет, кстати говоря, вот у Скара Нетворс и побольше, чем у Андаинга, что Да, немножко в куре он есть, или я держится просто прямиком немного... за кор-героями команды DK, Ну не да, то есть он отставая от будет них. быстро, он быстро выфармит свой аганим, он быстро потом выфармит какие-то айтемы, ну там Лотус Орб нужен будет, можно ли еще и Линкен Сферу потом, но Лотус Орб здесь будет лучше, то есть после аганима сразу Лотус Орб, я практически уверен, захочет забрать у нас. А, Тускар только что напали на инвокера под смоком через Хекс, Импейл его забрали. Ну и открывается возможность поломать одну вышку, как минимум, как максимум, возможно, даже две. Правда, там будет еще один фортификейшн, вряд ли Да. успеют, не Биянг. На Но... боте тоже пока пытается как-то засплитпушить сейчас XSS. Но у нее это не получится, скорее всего, крипов здесь не так много осталось. А в мид уже видим, как сейчас атакует команда Нибиянка. Он там может просто понадобиться. Очередной глиф фортификейшн от команды DK. И нападение. Весьма неплохое. Это реализация блинка от Леона. И, в общем-то, далее неплохо сработано еще и таском. Чуть было не забил Бобоку там. Вышка падает. Вышка на боте, тем не менее, у Нибиенг стоит. Дум был обязан сюда перетянуться. Ну что ж, очередные деньги. Это и бонусные фраги, это и забранные вышки. Так вот, что там у нас по поводу андайнга? Лотус Орб после аганима будет здесь очень полезен. Тут и каски, и Винтерскерс, и Дум, это все будет отражаться, поэтому... Вообще, наличие Лотус Орба в таких играх, ну, этот Лотус Орб вносит очень много хаоса в драку, потому что, ну, больше намного становится переменных. Вот может, например, Винтер Виверну ультануть в Лотус Орб, да, этот Лотус Орб отразит ульт Винтер Виверну в саму Винтер Виверну, она может сцепить больше игроков вот именно своей команды на себя, чем вражеских игроков на ту цель, которую она заультила. Ну и, в общем, драка просто принимает какой-то невообразимый характер. Хороший артефакт Лотус Орб, мне, наверное, он больше всего нравится. Да, и из Из новых этих вот айтемов, новых которые были айтемов. добавлены, мне тоже больше всего. Он относительно не такой уж и дорогой, то есть саппорты там четвертой позиции, да, ну, понятное дело, что саппорты пятой позиции вообще какие-либо артефакты тяжело приобрести, но от саппорта четвертой позиции купить Лотус Орб после там парочки кор айтемов, там, не знаю, Dagger или Glimmer Cape, или там, может, какая-то медалька вот эта вот грейженая, ну, всегда сможет как бы это сделать в таком в более-менее глубоком лейте, минутки так к 40-45. Вот, и это позволит, ну, достаточно много иметь шансов на удачную драку, если вот ты играешь особенно против таких героев, как Doom, Winter Wyvern, они сейчас крайне популярны в пиках и в банах, собственно, тоже. Инвокер у нас нападает на бот, дает прокаст в Андайнга, нужен Cold Snap здесь обязательно, ВВВшка выжигает ману, но тут есть арканы, дал Шадуфи да, Меку. Не продавить Андайнга так просто, а ведь когда появится у него еще и вот эта вещица, это будет еще сложнее в драке, когда Дикейм там просто, боже мой, становится настолько жирным. Все пока вижу, вот Джиггернаут. Вот сейчас и про него вспомнил я, также и вспомнила про него команда Ньюби. Оп, оп. По-моему, он успел скастовать Хекс, по крайней мере, анимация была, но успел бы Фьюри уйти и QD. Очередные ветра. В очередной раз под них попадает Undying, выходит из-под действия EMP.
Cold Snap, Winter's Curse. Рядом SF, Snowball его помогает, а через секунду еще и будет Мека, но нет, он прожимает ее чуть позже. К сожалению, в этот момент уже Undying умирает, но все равно это не значит, что эту команду Ньюби Янг собирается проигрывать. XSS отправляется в таверну вместе с Винтер Виверной. Далее шарды неплохие достаточно, QD сюда также вступает в бой, накатывается на Snowball, вот нужна помощь сейчас в данном случае, если собирается брать QD. Сзади вспоминаем еще и про Луну. С Эклипсом тоже довольно опасный персонаж. Ну, Дикей тут уже начинали отступать. Для них это было основной целью. Ну, коли они начали отступать, Ньюби Янг забирает вышку. Опять же, закрепляя за собой преимущество. Не, Луна все-таки решила после Доминатора сделать себе манту или Синджиндьяшу. Что там она себе купила? Купила рецепт манты и ультимейт орб. Также у нас готовится манта для Shadow Fiend, что очень интересно. Ну, массовые вот эти вот манты, они позволят ставить соперника в такую позицию замешательства, когда вот кастуется манта SF, кастуется манта Луны, и в кого давать Doom, в кого давать ульт Winter Wyvern, это, конечно, можно понять после того, как какой-то AOE damage будет нанесен, но в тимфайте вот эти вот секунды, даже десятые доли секунды, они имеют огромное значение. Вот, поэтому, если ты сможешь сбить соперника с толку, прожав манту, то... В общем-то, может это позволить тебе выиграть тимфайт. То есть, если ты заивейдишь вот дум какой-то, или за время, пока соперник этот дум дает, или у него сбивается анимация, ты сможешь его задизейвлить и убить. Я так предполагаю, именно по этой причине мы видим массовую вот такую вот истерию по поводу манты в этой игре. Потому что, ну, на Луне, если манта это вполне адекватное решение, да, то на SF'е это крайне редко. То есть SF'у ради статов берут все-таки Синджиндьяшу, а не манту, и покупают... Затем Скади. Вот, а Куди у нас покупает Персеверанс. Не знаю, будет ли это попытка выходить в БФ, потому что, ну, что из этого еще Персеверанса можно сделать, я ума не приложу, кроме БФа для Джиггернаута. Ну, играет у нас Куди без Мома, что не позволяет ему фармить так же быстро, как тому Джиггернауту с Момом, за которым мы уже наблюдали на предыдущих двух картах. Он, кстати говоря, две карты там и выиграл, да. Нападают на Undying'а через массовые вот дегера, ну, он оказывается через форстарт, точнее, целью для команды DK. Ну, самая такая легкая, наверное, действительно цель, это вот такой Undying, который стоит где-то позади, потому что здесь у любого персонажа есть escape, помимо Undying'а. У Тускара есть шар плюс дагер, то есть если на него нападают и в прокаст не забирают, он кастует шар, летит на самую далекую цель, в которую он может этот шар скастовать, и у него проходит кулдаун с даггера, он просто отблинкивается и старается сделать тэп-аут. У Леона тоже есть даггер, у него к тому же есть какой-то вот атакующий эскейп-механизм в виде стана и хикса. Вот, у Shadow Fiend, да, у него там мека, манта, он сам может тебе задницу надрать, если ты как-то неаккуратно нападешь. Ну, хотя его тоже, если так впятером окучить, достаточно легко можно убить. Вот. Ну, а Луна с Эклипсом, на Луну тоже нападать очень тяжело. Если вот не синхронно в пятером, то может она там двоих, а то может быть даже и троих каких-то игроков Эклипсом накоцать очень сильно. Если будет какое-то подключение сразу же, то ганг обернется весьма печально для DK. Мигают на Рошана, Ньюби Янг хотят, видимо, его забрать. Медальки у Тускара нету. Не знаю, пока что или вообще нету. Да, не может будет. Она в планы не входить, судя по всему. Но падает довольно быстро. В принципе, SF подходит, ауру свою дает. Рошан со своими 10 картами падает, и Олеги забирает Луна. GG. Ну что же, и надеемся на ближайшее время реализацию этого Аегиса. Интересно, как будут поступать Дикей в таком случае. В данном случае они уже целенаправленно прожали смог, зная, что у соперника Аегис. Несмотря на это, видимо, их это вполне устраивает. И драку, может быть, как-то бы приняли, если бы посчитали важным это сделать. Или какая-то бы ситуация прям была сверхвыгодная, там, прям, не знаю, Луна бы там стояла посреди, там, одна. Но одна Луна не стоит, и теперь смог от команды Ньюби.
во главе СЦЦ и Джиа. И сейчас они видят, уже Джаггернаута, Винтерскерс, Эклипс, СРФ, Рекмов, Соулс. Сразу же троих теряет команда DK. И QD остается чуть ли не последним, и вот он в безысходности, он дает ему смеш. Фактически никого не дамажив. Да, DKS просто не нанесли даже какого-то критического демеджа одному из саппортов, не говоря уже о том, чтобы выиграть этот тимфайт. Ну, сейчас будет падать как минимум одна линия, как максимум. Хотя нет, две линии, наверное, не успеют все-таки забрать. Но есть же Луна, которая быстро очень убивает строение, а у команды DKS нет сейчас ульта Винтер Виверны, ульта Джаггернаута, есть только Дум. Одним Думом здесь вряд ли отыграешься, хотя Дум с Аганимом. Нет, должны отступить здесь. Виянг, незачем им торопиться. Ну, ты посмотри, какие наглые, а, все-таки идут в атаку. Но за это надо наказывать DKS. Инвокера, правда, нету. Без инвокера это очень тяжело сделать, если за 35 секунд смогут поломать Ньюбиянг, а они даже не хотят ломать, они просто в наглую нападают на XXS, Бобокса, Бобока, точнее. Неплохой варвар скастовал. Хороший варвар скастовал, но демеджа маловато. До сих пор остается Аегис в руках у Луны. И я думаю, что здесь заберут они очередную линию. Т2 на топе все еще стоит у DKS. Это вайп уже непосредственно на хайграунде. Ну и, возможно, пока GG не пишут, зная, что еще одна линия у них останется, а в трон сыграть попросту не успеют. Изолятор даже появляется у Таска. Заберут вторую линию. Вот они, Ветра, Инвокер, МРР. Неплохо сыграл YCYK. Фактически в соло он его и наказывает. И GG пишет команда DKS. Ну что ж, это безоговорочная победа команды NewBeyond на двух картах из двух в этом Best of 2 противостоянии. Где ребята, в общем-то, неплохо себе показали. Да, молодцы, хорошо отыграли. Очень хорошие файты, мне понравились, как они их проводили, действительно, неплохо. И за 26 минут выиграли на этой карте у DKS. Молодцы.